В Чебоксарах начали работать платные муниципальные парковки. Паркоматы появились на наиболее загруженных участках города. У железнодорожного вокзала, на деловом проезде, на улице Ленинградской и на проспекте Ленина всего их 4. С 8 часов утра и до 8 вечера оставить машину можно только за деньги. Площадь перед зданием железнодорожного вокзала выбрана не случайно. Дважды в день жители столицы встречают родных и близких с московского и питерского поездов. Так что довольно большой автомобильный поток порой двигается очень медленно. В том числе и потому, что машины оставляют так, что они мешают проезду. Именно здесь и оборудована одна из платных парковок. Появились новые знаки и шлагбаум. А самое главное – паркоматы. 30 рублей за час стоянки для легковых автомобилей, 60 для грузовых. С монетами или купюрами подходить нет смысла. Программное обеспечение терминалов настроено только на виртуальные способы оплаты – по банковской карте, с помощью СМС-сообщений или через мобильные приложения. Водители на такие новшества реагируют пока по-разному. Нужен парковка. Это как бы уровень совершенно другой культуры получается. Ну вот чувашской столицы. Потому что гость столицы может подъехать на машине, как бы уехать спокойно. То есть. Платные парковки, они как бы должны везде быть, чтобы места всегда были у нас в городе, в нашем словно Чебоксарах. Нет, с одной стороны хорошо, потому что есть место свободное, есть где пропарковаться. И я думаю, будет порядок. Есть, конечно, и другие мнения, но в основном оппоненты говорят о возможности выбора. Администрация оставила в центре Чебоксар места и для бесплатных парковок. Парковка у железнодорожного вокзала радует своей простотой и широтой. Никаких лабиринтов и узких закутков. Она рассчитана на 100 машиномест. Первые 30 минут находиться на стоянке можно бесплатно. Сумма штрафа за неоплаченную вовремя стоянку составит от 1 до 2 тысяч рублей. Но с учетом нововведения до 1 октября этого года зайцев, не оплативших стоянку, штрафовать не будут. Как заверяют городские власти, главная задача платных парковок все же не пополнить бюджет, а упорядочить движение транспорта и разгрузить центр города от автомобилей. Рифат Фаткулин, Арена Гавелян, Республика.